Привет, привет, с вами Алена. Подростковые пальчики. Это молодой человек, который был у нас уже где-то раза два или три. И каждый раз пропадал, как только воспаление чуть-чуть ослабевало. А это он объясняет тем, что ему неудобно просить у родителей деньги на посещение. Хотя мы даже предлагали ему приходить моделью, потому что хотелось ему помочь. В общем, на этот раз все зашло так далеко, что палец, как вы, наверное, успели заметить, немножечко изменил цвет. То есть он чуть-чуть такой синий-фиолетовый. Это говорит нам о достаточно сильном воспалении. И, конечно, как всегда, мы стали расспрашивать его и узнавать, а что же такое с ним было на этот раз. И оказалось, что он купил очень красивые кроссовки. Вот он, корень зла. Красивые кроссовки. Кстати говоря, большинство людей думают, что кроссовки — это самая удобная обувь, и там точно ничего никуда давить не может. Это сильно, очень сильно далеко не так, и давить, конечно, может. Кроссовки кроссовкам рознь, тем более это прям не волшебная таблетка от вросшего ногтя. Бывают очень разные фасоны, разные крои этих кроссовок, и бывает, что действительно ногти от этого вырастают. Я сама точно так же постоянно в поисках самой удобной пары кроссовок. Ну, в общем, продавцы ему сказали, что кроссовки обязательно разносятся, поэтому он ходил всю зиму, терпел адскую боль, но кроссовки, как мы видим, не разносились, а вот с пальцем произошла беда. И тут все более чем банально, все очень стандартненько, да, у нас тут есть и гранулёнка, и тот самый большой кусок, и далеко не единственный. Все по нашей стандартной схеме, так скажем, будни подологов. Но кто видит первый раз, наверное, уже где-то уже лежит в отключке, потому что зрелище, конечно, не для слабонервных. На вопрос, почему Лена использует здесь пластырь с Гарфилдом, я, честное слово, не знаю ответа, я потом обязательно у нее уточню, это весьма забавно. Но, скорее всего, может быть, закончился тейп или не было его под рукой. Ну, в общем, ловите лайфхак. Если прям совсем плохо и нет тейпа, ну, возьмите лейкопластырь. Просто тейпом оттягивать удобнее. Да, еще раз повторим, да, то есть приклеивается тейп или в нашем случае лейкопластырь для того, чтобы оттянуть боковой валик, чтобы иметь доступ туда, куда до этого доступа не было. В общем, наш товарищ довел в этот раз ногти свои до такого состояния, что хирурги уже предлагали ему удаление ногтевой пластины. А как мы с вами уже знаем, удаление ногтевой пластины иногда заканчивается не очень хорошо. Потому что после этого ноготь иногда нормально растет, а иногда такой себе не очень. Либо они часть удалят, либо целиком. Ну, в общем, как всегда у нас, у хирургов есть вот эта вот стадия, когда диагноз снят, и если просто, ну, нет ногтя, нет проблем. Вот, но мы стараемся так радикально не решать и действуем более травматично, если можно так выразиться. Хотя выглядит, конечно, это прям противоположно. Но, как видите, у нас наш товарищ не падает здесь в обмороки. И, ну да, слегка напрягся мизинчик, это можно заметить. Но, знаете ли, тут работа идет по мясу. Конечно, его это немножко напрягает. Ну, в общем, что мы сделали? Мы, как всегда, все обработали, привели в норму и очень надеемся, что все-таки он будет ходить на профилактические приемы и осмотры. Вообще, таким клиентам, как он, показан системный педикюр. То есть это наши постоянные клиенты, если у него такие валики, влажные ножки, если у него никак не получается выбрать удобные, а не просто красивые кроссовки, то, конечно, это наш постоянный клиент. И нет в этом ничего такого страшного, и не нужно думать, что клиент подумает, что вы там на нем, ну, я не знаю, наживаетесь там или еще что-то. У нас этих вросших ногтей, он в очередь стоят табуны, то есть нет цели там кого-то навсегда поработить и заставить ходить к нам на педикюр. Ну, просто это способ избавиться от боли, это способ держать все под контролем, потому что такие ножки, они действительно требуют внимания. Вот даже сейчас я думаю, что можно наблюдать, что пальчик немножко вспотел. Ну, ясно, понятно, он в напряжении находится. В общем, таким клиентам мы предлагаем вот такой ход развития событий, а будет ли он его придерживаться в этот раз или нет, мы узнаем чуть позже, потому что, как я говорила выше, до этого у нас были попытки, но каждый раз, когда становилось чуть-чуть легче, все наши свидания прекращались. Вот сейчас, когда мы все лишнее убрали, и уже не так болит, через несколько дней все это практически полностью пройдет, пропадет он после этого или нет, короче, это его личное решение. Так тоже бывает, и не надо осуждать или ругать этих клиентов. Мы все люди, каждый расставляет свои приоритеты. Парню просто неудобно, хотя мы предложили ему путь решения. Ну, в общем, на этом у меня все. Давайте заканчивать. С вами была Алена, заработай мастер Елена, и всем пока-пока.